Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Винда Ванам Манухарам Ванша калпатару ваше кипасинду бевача, патитанам пабуне бхавишнаве бью намо нама. Мукан кароти ваача ланг пангун ланг хетигрим, ят кипатам ханг банде парама анандамадвам. Бриндавай тусиде бой пиявай кешва сача. Шна бхакти паде деви сатта баттвай намо нама Нараяна намаскритта норанчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрушья пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Варун Дейям Садапари Бхабагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панутапалья Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ят-пад-палла-ванаха-чандамани-чатая Виспур-жи-такам-пи-губа-вадушва-дарши Пур-нану-рагара-сасагара-сару-мурти Сарадхи-камай-кадам-кивам-каруш Шри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Шиад-дайта-гадхадхара-сива-садихи-гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пару Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхаван Рупен Садан Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманонга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджушо бадане, Лакшмир жаша чавакшаси, Ясьястиде самбид, Твам нишинга махам бхаджи, Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Sangsar sindhu tarani hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manosche Premam budhau viharane jadi chitta biti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sangsar sindhu tarane hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manosche Premam budhau viharane jadi chitta biti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Парамахамса Чакатгуру сказал Нама Санкиртана, Сикишна Санкиртана is our motto. Шри Кришна Санкиртана – это девиз Гаудия Мадхам. Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Таков наш девиз. Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Not Narayana Санкиртанам. Не Нарайна Санкиртнам, не Вишну Санкиртнам, не Нрисинга Санкиртнам, а Шри Кришна Санкиртнам. Ведь Нанда Нандана Шри Кришна Сварупа Бхагаван уникален. Лишь с ним можно наслаждаться обменом всех рас. Он апракрита, он трансцендентен. Другие аватары Господа, поклонение другим аватарам не может сравниться с поклонением Кришне. В шлоке, с которой я начал, говорится, что если вы хотите пересечь материальный океан, опасный, страшный материальный океан, необходимо принять прибежище Нама Санкиртаны. Как вы помните, читание Махапрабху указывает нам на этот момент. Он говорит, что несмотря на то, что вам нравится наслаждаться материей, поскольку сейчас вы слепы и не можете ясно видеть прошлое, настоящее и будущее. Обусловленная душа вообще не может видеть ясно. Она видит лишь то, что находит в поле ее, находится в поле ее зрения. Но в действительности все мы находимся среди лесного пожара. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху. Если мы осознаем хотя бы это, хотя бы то, что жизнь нестабильна, что она может оборваться в любой момент, этого уже будет достаточно. Поскольку именно с этого момента можно начать совершать баджан. Именно это необходимо осознать для того, чтобы начать баджан. Прежде всего необходимо обрести это осознание, осознание того, что в любой момент я могу лишиться этого тела, этой жизни. И никакие деньги, что бы то ни было еще, из этого мира не поможет мне. Они не спасут меня. Чайтанья
Итак, прежде всего, Чайтанья Махапрабху хочет донести до нас, что необходимо осознать, что мы находимся в опасном положении, что мы среди лесного пожара. Этот мир подобен лесу. В лесу полно растений, полно деревьев, и также в этом мире полно людей. И поэтому этот мир сравнивается с лесом. Это тоже лес, лес материи. Он гораздо более, оказаться здесь гораздо более опасно, чем в обычном лесу. Прохлад Махарадж преподносит нам урок. Он говорит: «Я не боюсь, о Нрисингхадев, твоего устрашающего образа». Но я боюсь материальной самсары, поскольку мир этот невероятно опасен. Кто спасет меня здесь? Я не вижу никого, кто бы мог освободить меня из этого мира. Итак, это то, что мы должны понять. Таким должно быть наше отношение к этому миру. Иначе мы не сможем начать совершать баджан искренне. Прежде всего, необходимо осознать, что жизнь нестабильна, что она может оборваться в любой момент, затем избавиться от анартх, и только потом мы можем начать совершать подлинный баджан. Подтверждение тому, насколько уникальна милость Чайтаньи Махапрабху, есть и в Шримад Бхагаватам. Постепенно, день за днем, мы будем раскрывать эту тему. Никто из предшествующих ачарьев, таких как Нимбарка Ачарья, Нимбадития и другие ачарьи, не говорили так открыто о том, что принес Махапрабху. Точнее, они не давали такой милости, какую распространял Махапрабху. Те, кто родились в Сатья-югу, автоматически добивались успеха. То есть это большая удача родиться в то время. Процесс совершенствования в Сатья-югу — это медитация. Они достигали совершенства благодаря медитации. В Трета-югу, Сатья-югу, Двапара-югу и Кали-югу предписаны разные виды совершения, разные виды баджана, разные способы поклонения Господу. Арчана, поклонение Господу, к примеру.
поклонение божествам. Это процесс совершенствования в Двапара-югу. Но в век Кали существует лишь один способ совершенствования. Достижение высшего блага — это Нама Санкиртана, Хари Киртан. Если вы зададите вопрос, почему так? Оно так, потому что век Кали полон осквернения. Никто не может, нет здесь чистых, по-настоящему чистых, кроме вайшнавов. Все осквернены в той или иной степени. И Кали побуждает людей ссориться друг с другом, поскольку век Кали — это век противоречия, век споров, сражений, ссор. Люди враждуют друг с другом. Даже когда где-то рассказывается, звучит Харикатха, Кали вмешивается и противостоит этому. В связи с этим в Бхагаватам сказано, почему, задается вопрос, почему Парикшит Махарадж полностью просто не взял и не убил Кали. Ответ содержится в следующем стихе. Кали — это век проблем. Все неблагоприятно в это время. Но есть один уникальный дар век Кали. Просто совершая Кришна Санкиртану, можно пересечь океан материального существования. В век Кали все осквернено. Вы пойдете купить фрукты в магазине, и они уже будут осквернены. Почему? Потому что те, кто жуют пан или нюхательный табак, они... Их руки осквернены, и они трогают эти фрукты. То есть в той или иной степени век Кали чистых продуктов, даже чистых продуктов не сыскать. К примеру, молоко. Все молоко, большинство, то есть в основном молоко, даже молоко осквернено век Кали. Но одно лишь благо век Кали, благодаря Кришна Санкиртане, можно пересечь материальный океан, пересечь Кали век. В этой шлоке содержится способ, как пересечь материальный океан. Харернам, Харернам, Авакевалам. Только лишь благодаря Нама Санкиртане, воспеванию святого имени. Парикшит Махарадж задал вопрос Шукадеву Госвами. Каков лучший способ совершения баджана? Век Кали, у людей очень мало времени. Что же им делать
тот короткий отрезок времени, который отведен им. Смерть неизбежна. Не сегодня, так завтра. Все мы оставим этот мир. Увидев непостоянство этого мира, увидев то, что наши близкие уходят из жизни один за другим, Парикшит Махарадж задает вопрос. Он говорит, мне не нужны ситхи, мне нужны сан-ситхи. То есть обычные ситхи можно обрести при помощи мантры, тантры и так далее. Но Парикшит Махарадж хочет сан-ситхи. Это трансцендентное совершенство, осознание своей сварупы, полное понимание того, что я являюсь слугой Кришны. Обретая их, вы поймете, каково ваше служение Кришне, и сможете начать его. И о том, как их обрести, Парикшит Махарадж и вопрошает Шукадева Госвами. В ответ Шукадева Госвами сказал: если ты хочешь быть бесстрашным, страх всегда идет по пятам за нами. Тот или иной страх, какой-то неосознанный, бессознательный страх, всегда идет за нами. У каждого свой страх. Нет здесь бесстрашных. Шукадев Госвами говорит, что те, кто уже разочаровались в материальных наслаждениях, поняли всю грязь мирских наслаждений. Гуру и Вайшнавы не стремятся к материальным наслаждениям. Почему? Потому что стремление наслаждаться постепенно опускает человека в ад. Anukirtan means not fancifully, not
Как совершать киртана? Необходимо строго следовать процессу, который дан нам нашим духовным учителем, а он, в свою очередь, получил его от своего духовного учителя. Помимо всего, киртан должен быть безостановочным. Нельзя прекращать воспевать. Также он должен быть под руководством подлинного гуру. Лишь в таком случае вы получите все благо от повторения святого имени. Последняя шлока Шримад Бхагаватам гласит: этот вопрос. В Веданта-сутре сказано, в Веданта-сутре находится одна сутра, где говорится: необходимо понять Веданта Сутру, иначе мы не сможем понять милость Чайтанья Махапрабху. Итак, что означают эти слова? Анаврити — это повторяющееся рождение и смерти. В круговороте которых мы находимся. Оставив одно тело, вы принимаете другое тело и никак не можете выйти из цикла, из этого цикла. Ясадева Госвами пишет, что благодаря постоянному воспеванию, повторению святого имени, вы прекратите, остановите этот цикл рождения и смерти. Материалист может усомниться в этих словах. Тем не менее, в Бхагаватам содержится ответ, опровержение этих сомнений. В конце 12 главы содержится шлока, которая также указывает на то, что необходимо повторять шабда, то есть святое имя. Шримад Бхагаватам Махапурана — это полное описание Пуран. Бхагавати Махапурана — это Бхашья.
Это Бхашья, то есть комментарии на Веданта Сутру. Все, что сказано в Ведах, в Бхагаватам, содержится в ясной, понятной для нас форме. Так нет, не остается места для сомнений. Все шастры четко провозглашают, что Кришна нам совершенен. Я сейчас не говорю, что необходимо, что не нужно поклоняться Рамачандре, повторять его святые имена. Нет, все зависит от вас. Вы можете поклоняться как хотите. Тем не менее, Кришна нам совершенен. Если я буду повторять имена Вишну, то есть три раза повторив имена Вишну, 3000 раз повторив имена Вишну, они приравниваются к одному имени Рамачандры. Три имени Рамы приравниваются к одному имени Кришны. Что такое Шабда-брама? Шабда-брама равен Парабраме. Я приведу доказательства этому из Веданты. Как в прошлый раз я говорил, не приняв прибежище у Шабда-брамы, вы не сможете покончить с мирскими материальными оковами. Никто не сможет освободиться из материальных оков. Итак, Шабда-брама и Пара-брама идентичны. Особенность Махапрабху в том, что он указывает нам, посмотрите, люди, есть вачак и вача-шабда. Это описывает Рупа Госвами, его Упадешамрите. Итак, вача и вачак. Никто из ачарьев не предоставлял нам такой простой процесс обретения совершенства, как это сделать читание Махапрабху. Все... Гауранга Махапрабху принес такой процесс, благодаря которому каждый, абсолютно каждый в каждом уголке этого мира сможет прогрессировать. В Рамкеле, в том месте, где жил Санатана Госвами Пад. So,
жил один человек, которого мусульмане хотели силой напоить. Это означает, что если, то есть кого-то мусульманин напоил, то это своего рода обращение мусульманства, то есть остальное общество, общество, из которого, к которому относился этот человек, уже не примет его назад. Ты как бы лишаешься своей дхармы при этом. И что было делать этому человеку? В Варанаси говорят, что в таком случае, чтобы избавиться от этого осквернения, необходимо выпить кипяченое ги, кипящее ги, и оставить тело. И таким образом оставить тело. Тогда вы обретете очищение. Кто-то говорит, что нужно броситься в реку. Так вот этот человек размышлял, как же мне достичь высшего блага, если я умру? Если мне необходимо так покончить жизнь. Чайтанья Махапрабху сказал ему, не нужно тебе ничего этого делать, просто воспевай святое имя. Он послушал его и стал великим преданным. Итак, два термина — вача и вачак. Любой объект, к примеру, панчапатра. Например, я сейчас очень сильно хочу пить. Я кричу «вода, вода, вода». Так что же, это избавит меня от жажды? Нет. Если я буду кричать «лошадь, лошадь, лошадь», это также никак мне не поможет. При помощи слово лишь одного лишь слова «лошадь», я не смогу никуда поехать, мне необходима сама лошадь. То есть суть в том, что предметы отличны от их названий. Такова природа этого материального мира. Звук, название предметов отличное от самих предметов. Потому что этот мир полон майи, то есть он состоит из майи, иллюзии. Но на Вайкунтхе все обстоит совершенно другим образом. Объекты там, их названия не отличны друг от друга. Сложно это понять, это за пределами нашего мирского понимания. Как это возможно? Но это действительно так. Мадхавендра Пурипад рыдал, взывая «Ха, Кришна, Ха, Мадхура». Мадхура Надх, Мадхура Дхам, Вриндаван. И когда он произносил название святых мест, они были с ним, представали перед ним. Он находился в них. Когда он взывал «Ха, Кришна»,
Кришна представал перед ним Вриндаван и так далее, в тонкой форме. Возможно, мы бы их и не увидели, но в тонкой форме они находились перед ним. Чистый преданный, который находится на трансцендентном уровне, звук, который он произносит, не отличен от него. Даже на материальном уровне. Есть тому примеры. Если браман кого-то проклинает, и это немедленно становится, осуществляется. Кто-то, он, например, проклинает кого-то заболеть лепрой, и тут же человек заболевает. Много-много подобных случаев я сам видел. Даже Чайтанья Махапрабху проклял один браман, сказал, что не будет у тебя счастливой семейной жизни. Махапрабху был очень рад этому проклятию, но так или иначе оно было исполнено. В Дваракадхаме мальчики играли друг с другом в лесу, забавлялись. Между тем пришел Васиштха Риши. Они решили подшутить над ним. Они не знали, что шутить с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном опасно. В особенности о Вайшнавах сказано. Что Вайшнавы подобны огню. Огонь, Сурья, Браман, Вайшнавы, с ними нельзя шутить. Это может привести к смерти. Ведь если играть с огнем, огонь обожжет. С Вайшнавами, солнцем, браманами шутить нельзя. Риши, если мы не относим их к вайшнавам, то так или иначе они являются браманами, поэтому они могущественны и могут проклясть. Один из мальчиков, Шамбу, был очень красив, но мальчики решили нарядить его в беременную женщину и спросить у Риши, кого родит он, одна эта женщина, мальчика или девочку. Но Риши, мудрецы, знают абсолютно все, и подшучивать над ними нельзя. Тогда этот Риши проклял. Проклял Шамбу. Он сказал, что о, эта женщина ваша родит кусок железа.
И как только он вымолвил это, Шамбу сразу же обнаружил, что в его животе действительно находится кусок железа. Простите, в одежде. И этот кусок железа был, стал причиной разрушения династии Яду и стремления. Итак, несмотря на то, что в материальном мире предметы отличны от их названий, даже здесь можно найти примеры тому, что проклятия, то есть слова, исполняются, тут же материализуются. Проклятие тех, кто следует всем правильным предписаниям. Итак, наши мысли материальны, наши действия точно так же материальны. И но в трансцендентном мире Шабда Брама, то есть Вача и Вачак не отличны друг от друга, названия и предметы не отличны друг от друга. Махапрабху. Махапрабху же принес нам высшую милость. Он говорит нам, посмотрите, вы находитесь среди лесного пожара. Затем он начинает прославлять святое имя. То есть он говорит, что прежде всего поймите свое положение, потом прославляйте святое имя. Я настолько неудачлив, что трансцендентный звук, трансцендентное святое имя не зашло сюда из трансцендентного мира, но я настолько глуп, что не прибегаю к его помощи, что не использую этот золотой шанс. Это замечательная штука. Итак, все творение исходит из звука. В книге о Гоумате я подробно описал, что если мы не осознаем, кто мы такие, откуда берет, то есть где начинается наше существование, конечно же, вам присуще какое-то изначально это знание, то есть вас же сюда что-то привело. Конечно же, вы задавались вопросом, кто я и почему я здесь. Иначе вы бы не приехали сюда и не приняли прибежище духовного учителя. Итак, что есть Брахма Джигаса, то и есть и Шабда Джигаса. Брахма Джигаса равняется Шабда Джигаса.
Шабда Брахма и Пара Брахма не отличны друг от друга. Шабда-таттва принимает форму акшара и создает звук ОМ, из которого возникло все творение. Анади, этот процесс начался и существует с незапамятных времен. Итак, если существует пара Брахма и Шабда Брахма, есть и перевернутое отражение этого, этот материальный мир. В самом начале творения возникли и побочные действия. Постепенно совершалось творение, образовался этот мир, но процесс творения долог. Этот материальный мир — конечный результат всего процесса. Когда-нибудь мы поговорим об этом подробнее. Итак, милость Чайтаньи Махапрабху уникальна. Она совершенна, нет ей подобных. Никто прежде не указывал нам на то, что если мы примем прибежище Шабда Брахма, мы сможем достичь трансцендентного мира. Никто не давал такого простого процесса, как Махапрабху. Я хочу процитировать 3-4 шлоки из Веданты, для того, чтобы вы поняли, на чем основано учение Чайтаньи Махапрабху. Это первая шлока. Как познать Бхагавана? Шабда Джанитва. Если вы хотите осознать Парабрахму, если вы хотите обрести связь с ним, необходимо принять прибежище шастр. Знания необходимо получать из шастр, из достоверного источника. А шастра — это Апракрита Шабда Брахма. Итак, если я хочу познать, кто есть Чайтанья Махапрабху, мне необходимо обратиться к шастре.
Появись перед вами изображение Чайтанья Махапрабху. Если то есть возьмите вы с собой, к примеру, изображение Чайтанья Махапрабху и пойдите в куда-нибудь гулять в Африку, встретитесь с африканским племенем и покажите им, смотрите, вот это Верховный Господь. Ну, кто поверит вам? Кто воспримет его таковым? До сих пор есть такие племена, которые живут как дикие животные, едят мясо, даже не готовя его. Так вот, покажите таким людям изображение Чайтанья Махапрабху. Это ничего им не даст. Лишь потому, что мы слушали славу Чайтанья Махапрабху от нашей Гуруварги, у нас развилась какая-то вера в Гаурангу Махапрабху. Но никак не до этого. Могли вы там 20 лет назад понять, кто такой Господь, имеется в виду, кто такой Гауранга Махапрабху? Итак, Шабда Брахма. Дает нам понимание о том, кто есть Гауранга Махапрабху и какова его необычайная милость. А в противном случае вы так бы и не поняли, что за милость, какой она для меня интерес представляет, как применить ее в своей жизни. Биламангал Такур. Явил особую лилу для того, чтобы обучить, преподнести нам урок. Когда он понял, что его глаза хотят наслаждаться, он просто выколол их. Для того, чтобы они больше не наслаждались материей. Мы, конечно же, не можем последовать его примеру. Но тем самым, так или иначе, он преподнес нам урок, что материальный даршан, имеется в виду, материальные предметы бесполезны, материальная материя бесполезна для нас. Не нужно полагаться на материальные чувства. Мы очень экспертны в мирских наслаждениях, но они не принесут нам никакого блага. Он просто выколол глаза для того, чтобы перестать смотреть на материальный мир и тем самым создавать препятствия в своей жизни. Как вы знаете, в храме Сидханти Махараджа на Уадипе есть изображение трех обезьян. Одна закрывает глаза, другая — уши, а третья — рот. Не хочу слушать плохие вещи, не хочу смотреть на плохие вещи, не хочу говорить о плохих вещах. Итак, все творение, его поддержание,
сотворение, поддержание, все это зиждется, то есть все это сотворил Господь. Итак, для того, чтобы обрести ясное представление о Господе, необходимо прибегнуть к шастре. Шабда, которая не является атма-шабдой, бесполезна. Другими словами, если название предмета и сам предмет не идентичны, они материальны. Итак, если предмет и его название не едины, не идентичны, это относится к материальному плану. А если они едины, то это относится к трансцендентному миру. И в материальном мире подобного нет. Следующая сутра Веданты. Тат в этой сутре означает сат. Ом тат сат. Это брахма-мантра, идентичная Брахме, то есть неотличная от Брахмы. То есть знание о Брахме не отлично от самого Брахмы. Сат в переводе означает вечность, вечно существующий. Если что-то имеет начало и конец, оно не относится к категории сат. Итак, ом тат сат. То, что является тат сат, есть ом, брахмавасту. Я пытаюсь упростить значение этих сутр. Вкратце, они гласят, что если вы разовьете веру в Шабда Брахман, Шабда Брахма — это и есть Бхагаван. Если вы примете прибежище Шабда Брахма, вы освободитесь от оков материального мира. Это стопроцентная правда. Это провозгласил сам Махапрабху. Откройте Чайтанья Чаритамриту.
вы обнаружите подобное заключение. Но вы, похоже, не читаете. У вас нет времени на это. Даже когда Махапрабху говорит, когда спишь, когда ешь, необходимо быть сосредоточенным на Господе. Как только ваше внимание отвлекется, вы... Необходимо помнить, думать, размышлять, памятовать о Кришнанаме, о Кришне, прославлять их. Махапрабху дает наставление. Не говорите ни о чем, помимо Кришны. Но мы говорим всякую ерунду. Мы разводим политику, игры. Кому интересно, что там 500 лет назад говорил Махапрабху? Такие мы глупцы. Но Махапрабху утверждал, что если вы будете следовать этому процессу, 100% вы обретете совершенство. Вы получите прогресс. Если хотите освобождения, не приняв прибежище Харинама, вам его не получить. Если день за днем вы будете взращивать ништху, взращивать интерес к Кришнанаму, свою твердую, у вас появится твердая вера. Естественно, вы обретете освобождение из этого материального мира. Кула Шекхар пишет, Харинам прославляет Харинам. Харинам повсюду, доступен повсюду, но люди, тем не менее, не проявляют интерес к нему. Почему? Почему они не повторяют его? Ведь он доступен здесь, в трансцендентном мире. Простите, здесь, в материальном мире. То же самое говорит и Махапрабху, но мы настолько неудачливы, что не повторяем его. Даже когда мы едим, можно повторять святые имена про себя. Когда принимаем омовение, когда спим, постоянно мы должны воспевать святые имена Господа. Нет никаких правил и предписаний, как и когда повторять святое имя. Даже когда вы больны, не прекращайте воспевать. Нет ограничений по времени, нет правил, связанных с чистотой. Такая милость проливается на нас благодаря Наму Прабху. Когда мы совершаем арчану божествам, поклонение божествам, необходимо следовать четким правилам. Необходимо быть чистым и так далее. Но с Харинамом все совершенно иначе. Неважно, чистые или грязные, в какое время, все это не имеет значения. Такова совершенная милость Нама Прабху и совершенная высшая милость Гауранги Махапрабху.
Итак, если мы будем воспевать Харинам, с самого начала Гауранга Лилы, Гауранга Махапрабху, показывает нам совершенство Харинама с самого начала своей лилы. Благодаря Харинаму вы не просто можете получить освобождение, но и обрести трансцендентное преданное служение. Я много раз говорил, что намбаджан содержит в себе как садхья, так и садану. Тот, кто совершает садхану, то есть их повторение, тот, кто находится на таком уровне, их повторение становится садханой. А те, кто достигли совершенства, их повторение превращается в садхью, то есть в той цели, к которой все мы стремимся. То есть Харинам — это и садхана, и садхья. Это в конечном счете то, к чему мы стремимся, то, ради чего мы совершаем нашу садхану, нашу духовную практику. Кто? Кто еще из других аватар Господа говорил подобное? Даже сам Кришна. Напрямую не говорил, повторяйте мои имена. Да, порой косвенным образом он указывал на это, но прямо он это не провозглашал. Это сделал лишь Чайтанья Махапрабху. Завтра мы будем говорить о том, что Гауранга аватара приходит настолько редко. Даже сама Кришна Аватара не предоставляет нам возможности, которые дарует Чайтанья Махапрабху. Уникальная, беспрецедентная милость Чайтанья Махапрабху. Его могущество было очевидно, как только он родился, когда он принял рождение в этом мире, все вокруг воспевали святые имена. Даже те, кто за всю свою жизнь ни разу не произнес святого имени, начали воспевать. Это сказано в Чайтанье Бхагавате. Они даже сами не понимали, почему они хотят это делать, но они хотели вновь и вновь повторять «Харибол, Харибол». Они тысячи людей принимали омовение в Ганге. И под эти звуки Харинам Санкиртана явился Чайтанья Махапрабху, принял рождение. Постепенно мы будем говорить о уникальной милости Чайтанья Махапрабху. Когда Махапрабху начинал плакать, перед ним произносили святые имена, и он успокаивался. И все в округе знали, что если Махапрабху плачет, надо просто похлопать в ладоши и под воспевание святых имен. Итак, первая милость, которую проявил Махапрабху, это то, что он явился под воспевание святых имен.
Впоследствии он указал на то, что Шабда Брама и Парабрама не отличны друг от друга. Даже в Бхаджан-Арахасе сказано, что Харинам Санкиртана, благодаря Харинам Санкиртане можно достичь трансцендентную обитель Господа. Куда бы ни шел Махапрабху, Бангладеш, когда он был, когда он являл лилу учителя, он посещал Бангладеш. К нему приходили, задавали вопросы, как совершать баджан. Махапрабху отвечал, что вы все сможете обрести благодаря Нама Санкиртану, Шабда Татву. Шел он в Южную Индию, Северную Индию, Варанаси, куда бы то ни было еще, он раздавал непостижимую милость. Он произносил святые имена. Махапрабху даже дал наставление Васудева Випре, человеку, который был болен лепрой. На его коже жили черви, в ранах жили черви. Когда они падали, выпадали из этих ран, он поднимал их и возвращал на свои места. Настолько он был сострадателен. Все получили милость Махапрабху, даже птицы, звери в лесах. Когда Махапрабху шел в Южную Индию, за ним шел его слуга Кришна Дас. Они зашли в лес, и стемнело. Сейчас есть электричество, но тогда, в то время, этого не было. Света не было. В лесу было опасно находиться. Махапрабху не обращал внимания и просто воспел святые имена, сев под дерево. Подошел тигр. Севак был в ужасе, увидев тигра. Но тигр просто обнял Махапрабху, а посмотрел на Махапрабху и ушел. То есть ничего, никак не навредив. Где ночевать ночевать в лесу ночью? Где ночевать в лесу? Под деревом. Но лес полон диких животных. Даже Beast.
птицы, звери, все получили милость Чайтанья Махапрабху. Услышали шабда Браман. Дикий слон подошел к пруду, чтобы принять омовение, а Махапрабху уже принял. И тогда со словами «Хари Кришна» Махапрабху окропил водой слона из пруда, и слон был в экстазе, начал танцевать от счастья. Возможно ли такое? Давал ли такую милость Рамачандра? А может быть, Нрисинга давал? Нет, нет было подобной аватары, подобной Махапрабху аватары. Но мы настолько неудачливы, что не принимаем эту милость. Я настолько падший, что лишен такой милости. Лишаю сам себя такой милости. По моей собственной неудаче. Милость доступна всем, даже птицы, звери. Воспользовались ей. Коровы вязали тело Махапрабху, а олени бежали за ним. Они были пленены святым именем из уст Махапрабху. Но сейчас я хочу ответить на заданный ранее вопрос. Вы слышали место под названием Курмачалам? Один больной лепрой услышал о том, что Махапрабху идет сюда. Он уже не мог ходить, он был настолько поражен лепрой, что все уже сгнило его тело. Но так или иначе, он бежал к Махапрабху всю ночь. В конце концов, к утру он добрался до Курмакшетры и с последних сил хотел встретиться с Махапрабху, но ему сказали, что Махапрабху уже ушел. И тут он упал без сознания. «О, Прабху, все кончено, моя жизнь кончена. Я хотел получить твою милость, хотел обрести твою милость». Начал плакать, и как только... Как только он заплакал, Махапрабху был очень высокий, он бегал очень быстро, шел очень быстро. Но когда преданный со слезами зовет своего Прабху, зовет Махапрабху, Махапрабху не мог идти. Его ноги не шли вперед, и он пошел назад к Курмакшетре, хотя он уже ушел на большое расстояние. Когда Васудев взмолился, когда он зарыдал, Прабху, конец, мне конец, тогда сам Махапрабху не смог продолжать свой путь. Мы еще поговорим об этом. Когда Гауранга Махапрабху принял саньясу, Вишнуприя здесь просто потеряла сознание. Она рыдала.
И в тот момент Гауранга Махапрабху не смог сдвинуться с места. Так, как будто бы кто-то связал его. Кто-то будто бы держал его. Он старался пойти, но не мог сдвинуться. Таковы отношения между Бхагаваном и Бхактой. Итак, Махапрабху вернулся и обнаружил Васудева, который лежал без сознания. Он прикоснулся к нему и обнял. Он поднял его и обнял. Кто еще мог пролить такую милость? Его тело практически все уже сгнило. Но Махапрабху обнял. И вместо этого пораженного лепрой тела он обрел новое, здоровое тело. И тогда он снова стал плакать. «Прабху, зачем? Зачем ты сделал меня таким здоровым, красивым? Сейчас, когда у меня было это больное тело, ко мне даже близко не подходили люди. Потому что ужасный запах исходил от его тела. Никто рядом не мог находиться. Ему кидали издалека чапати, чтобы он поел. Так вот, и его Махапрабху обнял. Можете себе представить? Благодаря объятиям Махапрабху он обрел новое здоровое тело. Он сказал, что из этого я могу возгордиться. «Нет», — сказал Махапрабху, — «с тобой этого не случится. Иди и проповедуй святое имя». Это исключительный случай. Позднее мы поговорим о том, как сотни людей то есть Махапрабху дал наставление Васудева Випре. Просто наставление. Иди и воспевай святое имя. Иди, даруй харинам каждому. Васудев Випра приходил в разные деревни и воспевал святое имя. То есть учил людей повторять святые имена. Они, вдохновившись, тоже начинали их повторять и обучать других повторять святое имя. И так милость Махапрабху распространялась с огромной скоростью. Тысячи преданных появились благодаря Васудева Випре. Иди и раздавай харинам всем и каждому. Очень много примеров милости Махапрабху, подобных этому. Даже во время явления Кришны в этот мир не было подобного. Даже мусульмане получали благо. Увидев Махапрабху, они падали без сознания. Так как можно сравнивать Гора-аватару с другими аватарами? Завтра мы продолжим говорить о нем, говорить о милости нашей Гуру Варги, о несравненной милости Махапрабху. На этом я хочу остановиться на сегодня. Итак, не забывайте шлоку, с которой я начал. Если вы хотите пересечь Если вы хотите нырнуть в океан блаженства премы, необходимо принять прибежище Гауранги.
Чайтанна Чанда Чаране Курута Нурагам, Чайтанна Чанда Чаране.